29 января. Фух, вот такие Боря принес утром посылки из Германии. Я вообще не знаю, а есть тут от кого, но для нас это так. Анатолий, сейчас покажу. Анатолий Бедун. Да, вроде Бедун. Простите, если неправильно фамилию прочитала, вроде бы так. Ребята, это что-то. Три посылки, которые поднять нереально. Даже вот эта маленькая, насколько тяжелая, что... Я не знаю, как Боря их принес домой. Он просто уехал в Иркутск сейчас. И пришло две вот таких маленьких бандерольки. Вот тут явно какая-то книга или блокноты, альбомы. Так, эта бандеролька пришла от Долговой... Долгов Дмитрий. А это у нас бандеролька... Ой, так, сейчас подождите. Шулыгина Елизавета. Так, Иркутская область. Ага. Вот так вот. Будем сейчас пробовать как-то их открыть, ребята. Я без понятия, как мы их донесем в комнату. Скажите. Нет, не поднимать нельзя. У нас есть один девиз. Вместе мы сейла. Вместе возьмем с ними. Ну, сейчас что-то придумаем. Да, я, наверное, их сниму. Нет, вам нельзя. Спинки детские бережем. Ну, сейчас что-то я придумаю и распакую вам их. Самой очень интересно, это вообще необычно настолько. Это, да, наверное, самая большая посылка, которая к нам вообще приходила, да, по самое, объему. Не самое интересное, вот это, потому что она тяжелая, да? Она маленькая и тяжелая. Что может быть интересно? Что нам из Германии могут прислать? Что же, самое главное, одинаковое. Угу. Я знаю, что там, кирпичи. Кирпичи? Я знаю, что там, там разрисованные камни. Здесь железо. Железо, да? Ну, сейчас посмотрим. Уже приехал с Иркутска. Оказывается, это не из Германии, это паковали. Ой, это... Риолинда с Сакраменто. Сакраменто, эти посылки с Америки. Вот отсюда. Вот отсюда нам пришли эти посылочки. А ну, штамп какой-то германский стоит. Просто видно, через Германию шли они. Ну да, через Европу. Да, получается, да, через Германию шли. В Германии поставили штамп Германии. Оказывается, Сакраменто. Так, мы уже их распечатали, но из-за того, что у нас насобиралось тоже очень много писем, буквально за 2 дня, вчера и сегодня, и вот такая еще бандеролька пришла, мы будем чередовать, как уже любим это делать, да? Три письма, посылка, три письма, бандеролька. Ну что, поехали? Давай. Так, это письмо у нас пришло, ой, какие-то билеты, ага, снова деньги, хорошо. 16 тысяч. Котаева рублей. Ольга прислала нам... слушай, пойдем в магазин. За 16 тысяч рублей? Тысяча рублей, тысяча, это знакомые деньги. 5000, 100 рублей. Нет, вот эти мне самые больше нравятся. Ну так, а таких же нет денежных знаков. Да. Так, вам срочно нужны деньги? Да, будем играть в лотерею. Все. Вот она нам пачку денег прислала. Спасибо тебе большое. Интересно, самое интересное, что ничего больше нету в письме. Только деньги. То есть это явное пожелание, чтобы мы были в достатке. Спасибо. Спасибо большое, Оля. Так, следующее письмо от Фотяковой Надежды пришло. Здесь вот такие разные наклеечки. Письмо. Вот такая бабочка рисунок. Угу. Я тоже так любила в детстве рисовать. Квадратиками. Так, убираем эти, чтобы не затягивать видео. Значит, следующее письмо от Лапиной Кристины. Лапина Кристина прислала, смотрим, тоже деньги. Слушайте, все нам в последнее время что-то деньги шлют, да? Пожелания, спасибо огромное. Большие мы, и маленькие. Да, мы оценили ваши пожелания. 10 крох. Джунгли. Ага, это что-то, какая-то это. Так, письмо, можете читать видео, но, к сожалению, мы видео не читаем, потому что так бы у нас были очень длинные видео. Наклеечки. Разные вырезочки и так далее. Вот этот. Спасибо большое. И откроем сейчас вот эту бандерольку. До посылки они большие, мы потом до них доберемся. Значит, бандеролька пришла от Долговой, Долгов Дмитрий, Челябинская область. От Димы пришла бандероль и посылочка мини. Смотрим, что Дмитрий прислал. Так, меня сразу привлекла эта коробочка. Что же здесь такое? Компас. Думаешь? Нет. Желуди. Желуди. Ребята, это уже второй раз, когда нам высылают желуди. Значит, здесь будут дубы расти. Да, кстати, здесь растут дубы. Здесь растут дубы у людей. Реально растут дубы, нам говорили. Просто за ними нужен уход.
И мы сожалели, когда переезжали с Украины, что не взяли с собой желудей. Ну вот, спасибо, Дима. Спасибо. Так, это видно маленькие игрушечки разные, оно запечатано. Вот здесь маленькие лего-игрушки. Угу. Пазл. Пазл. Угу. Письмо. Угу. Деньги. И снова деньги, ребята! Мы богачи! 1000 рублей! Так, раз, два, три, четыре. Ну, короче, 1020 есть. Ребята, все, гуляем. Да. Так, открыть. Здесь, не знаю, что это. Давайте откроем. Ну, потом откроем. Там мне же интересно стало. И тоже. А-а-а-а-а. Слушайте, ребята, а вы говорите, что мы бедно живем. Мы миллионеры. Все. Все в долларах, ну, посмотрите, в доллары, евро нам шлют. А, красота. Так, смотрим, что здесь. Много наклеечек разных, таких красивых. Так, Боря и Таня. Кто слушает наши молитвы, журналы. Спасибо, ага. Дима. Так, дюймовочка. Филиппок Сашеньке. Знакомая книжка. Азбука. Планета детства. Сказочник. Кот в сапогах. Дюймовочка и так далее. Угу. Сказочник еще. Это журнал, я так поняла. Русалочка, это, скорее всего, для Анечки. Подводная вечеринка. Разные задания здесь. Мы считаем прописи. Такая красивая книжечка. И раскраски по номерам. Ну, разные тут логические эти загадочки. Угу. Так, еще что-то есть. Веселые машины и алфавит с наклейками. Интересно, как вот такие наклейки цветные. Угу. Сюда наклеечки клеятся. Спасибо тебе большое, Дима. Очень ты нас это. Ну, прям сделал нас миллионерами. И подарил нам очень много книжечек. Все, это откладываем. Ну что, переходим к первой посылке. Да, мы уже знаем, что внутри вообще во всех посылках, потому что этот человек написал записку. Письмо. Самое интересное то, что нам с Америки прислали украинцы. Увага! Мотор на 120 ватт. Потрібно придбати трансформатор. Короче, написано на украинском. Письмо написано на украинском. Здесь какой-то земляки, двигатель. Привет вам! И большое спасибо. Объясню, что они положили, не раскрывая секрета. То есть они положили три основные как бы вещи, о которых мы знаем, переложив это все одеждой и тому подобными вещами. Поэтому... О, шапочка маме. Шапочка. Поэтому, чтобы вы понимали, почему много одежды, как бы, и... Это платьице. Платьице, да. Мы потом будем отдельно все примерять. Одежду мы... Так, и это, наверное, платьице. Да, платьице. Здесь могут быть ткани, здесь могут быть эти. То есть они написали, поэтому не сразу может быть понятно. Платьице. Угу. Это ткань или платье. Платье. А это, наверное, покрывало. А это покрывало. А это... Слушай, а это тут этот... Бросили его. Серьезно? Да. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ребята, бросили его. Бросили, разбили. К сожалению, я знаю, что вам не очень приятно будет это видеть. Нам тоже. Но его бросили, посылку бросили. Машинка швейная, как жалко. Нет, так она целая. Она будет работать, да? Она целая, просто что корпус разбит, да. Жаль. Ну, бывает, вот так вот почта. Хотя вот и видите, и перепаковали уже этим, обложили. Именно сам корпус разбился. Угу. Кстати, ты видишь, с какой стороны разбился? Там, где было, не было ничего. Видишь, с этой стороны он и треснул. Да его бросили просто где-нибудь на пункте. Жалко. Ну, надеемся, что машинка будет рабочая. Прикольная такая, слушай, с лампочкой. Так, ну и большущее покрывало плед. Какое классное. Здорово. Спасибо вам, ребята. Ну, а еще пушистенькие. Так, что там еще? Платьице и... Шапочка еще одна. Шапочка. Это тебе одна, а вторая мне. А ну-ка, да. Примери. Тебе идет. Тебе пасуе, хлопче. Мне лучше вот это. А ну-ка. Ну. Хорошо, хорошо. Главное, в люди не выходи, а то забросают снежками. Да, пока зима, а летом то лучше зимой выходить. А так, летом камнями, да? Летом камнями. Так,
Тимкина Мария прислала пакетик чая. Акбар. Угу. Стикеры. Разные, много маленьких, маленьких вещичек. Вот такие наклеечки, которые мы используем для оценок в учебе. Дракончики. И письмо, которое мы не будем читать. Ага, я думала, здесь будет это, еще нету. Спасибо тебе большое, Мария. Так, следующее письмо. Вот такое разноцветное, красивое. Смотрите, какое красивое. Разноцветное письмо, радуга. Прислала нам Ксюша из Красноярска. Так, письмо. Тоже очень красивое все, смотрите. О, это столько надо было времени потратить, видите? Как красиво Ксюша разрисовала. Только Ане. Смотрите, красота. Анечка, тебе пишет, снимай побольше своих рисунков. Дальше. Куколки. Паши, Тёме разные домики. И вот такая рисуночек. Спасибо тебе. И еще одно письмо от Заболенная Татьяна. Вот такая открыточка красивая с новым роком. Ой! С новым роком. Счастливого Різдва. Ну-ка. Украина! Думаю, что же это русская девочка будет слать украинскую открытку, где она ее здесь возьмет. Прикольно, спасибо тебе большое. Из Украины привет. Лошадка. Динозаврик. Явно даже кому что. Машинка. И четвертый рисунок. Паучок. Да. Это после. Это Тёме. Паучок. Тёме паучка. Так, и письмо. Спасибо большое. И мы переходим к очередной посылке. Следующая посылочка. Самая маленькая. Оттуда же. Так, надписей никаких нету. Это смотрим. На распал. Угу. У нас ничего не пропадает, правильно? Так. Так, платьечко. Кофточка такая с этим, с капюшоном. Так, какая-то блузочка. Ну, ребят, в общем, здесь очень много вещей, чтобы их все не рассматривать. Очень много. Такое яркое что-то. Спасибо, кофточка. Ребята. Спасибо большое. Мы потом будем их разбирать отдельно. Это тебе считать. Калькулятор. Непонятно, что это такое. Разберемся. 1, 2, 3, 4. Ничего себе, необычный калькулятор. Так, ну давай. Смотрим. Это что? Это тоже калькуляторы своего рода. Калькулятор. Точно калькулятор? На солнечной еще этой. Неужели арахисовое масло? Я всегда мечтала попробовать арахисовое масло. Натуральное. Но непонятно, что это. Мне не пишется. Я не понимаю, что это запечатанное. Если это арахисовое масло, я буду очень рада, потому что я его мечтала попробовать. И оно, кстати, разное. Смотри. Угу. Разное. Синее с этим. Класс. Угу. Попробуем, что это такое. Спасибо. Ой, а это что? Так, я прям боюсь разбить. А ну-ка. Тихо. На блок, через блок питания. Это фильтр какой-то или что? Или светильник? Смотри, представляешь, как оно должно светить? Здоровенный светильник. Как он должен светить, а? Это он вот так. Ой, ой, и фонарь, и вместе. Так должно светить. Здорово. А вот это для чего? Магнит или что? Нет. Да, магнит. Магнит, да, то магнит. То есть можно на чем-то его цеплять. И можно зарядка. Подвешивать можно. Вот. Зарядка. Вот. Класс, спасибо. Вот это да, вообще здорово. Так, да откладываем, надо. Чтобы не разбить. Nestlé, я не могу понять, что это. Это шоколад это или что? Какао, наверное. А, это какие-то шоколадные. Real Semi Sweet Chocolate. M&M's и Nestlé. Угу. Так, смотрим, что это. Что это за коробочка. Маленький насос. Они писали о нем. Маленький насос. Ой, какой он маленький вообще. А как он, ты не знаешь?
Что это такое? Это на аккумуляторы выцеплять. Наверное, от аккумулятора, да? На аккумулятор. И вот это я буду теперь набирать в бочку воду. Слушай, точно ты прищепишь на этот аккумулятор? Недолго ли оно будет? А вот смотри еще. Вот это же для... Это переноска. А, спасибо, ребята. Не буду теперь это... Мы будем пробовать. Таскать обязательно воду. Покажем, как. Обязательно, да, покажем. Подошел, не подошел он. Переноска. А вот не мы это. Так, вот тут снова одежда. Много одежды, разные кофточки. Вот здесь тоже одежда. Не знаю, о, здесь еще что внутри в одежде есть. Так, а здесь нет ничего внутри в одежде. Есть, вот. Не-не-не, в одежде. Потому что здесь что-то в одежде есть. Мы с тобой это как... запрятано. Мы с тобой чтобы как это... на рынке. Слушай, как это? Это запрятано от этих. Опа. О, микрофоны. Микрофончики. Мы просто знаем, к чему эти микрофончики. А вас немножко поинтригуем. Два микрофончика. Мы просто знаем, что будет в третьей коробке. Из письма. И вот такие эти. Сейчас посмотрите, к чему они. Арахисовое масло. Вы знаете, смотришь американские фильмы, у них арахисовое масло, как у нас сливочное. То есть это норма. Шо, бутерброды с арахисовым маслом? Надеюсь, они не сладкие. Но обычно соленые они делают. Понюхайте. Так вкусно пахнет. Саханская Татьяна прислала письмо лично Татьяне. Лично Татьяне. Вот так. Так что мы его сразу откладываем в сторону. Значит, Полищук Екатерина Викторовна прислала вот такие наклеечки. Письмо. И. Ой, класс. Помнишь, у нас фотка? Там, где он спит. Саша Бровченко. Тимошка. Пашуня. Здорово. Спасибо тебе большое. И Турок Алина прислала письмо и рисуночек нам. Вот такой красивый рисунок. Спасибо вам большое. Улыбающееся облачко и солнышко. Так, откладываем и берем очередную посылку. О! Папа пытается влезть в детский Ладно, сумчик. Я вот бочком сяду. Потому что эту посылку сюда просто не при это. Я не знаю, как ее Буря донес. Говорит, спингу немножко себе подорвал. Мне просто не ожидали таких посылок. Сумка. Big bag. Это лодка. Big bag. Сядешь сюда и будешь это плыть. Ничего. Сейчас мы сюда будем складывать. Сумка. XSI. Еще меньше сумка. Письмо. Не сумка. Привет из Сакраменто. Ага, разберемся. Спасибо. Привет из Сибири. Так. Это цветная, большущая бумага. Большущая бумага с какими-то заборами. Маленький пакетик. Много-много пакетиков нам прислали. Перчатки. Перчатки маме или это папе водить? Если папы руки похудеют, тогда нет, можно папе. Это маме. Нет, явно не папе. Это явно у маме. Тебя руки. Худеть им-то некуда уж. Одни кости, да эти, да косточки. Косточки да жилки у тебя на пальчиках. О! Это штаны. Здорово. Это мне. Спасибо. Все тебе? Да, перчатки мне, штаны мне. Ты хочешь попробовать в них тиснуться? Это ну, можешь мне. Попробовать. Это обратно мне. Это все время мне. О, это спальник? Скажи мне, что это спальник. Скажи мне, что это спальный мешок. Спальный мешок. Точно, спальный мешок. Все, тебя отправлю спать в мешке. Ребята, первый спальный мешок положен. Да, спальный мешок, да? А где защелка? Да. Где за это? Где-то нужно найти будет. Идем. Да. Yes. Спасибо огромное. Я объясню, почему у меня это такая детский. Радость. Мы искали в последнее время спальные мешки детские. Вы тут присылаете один спальный мешок. Здорово. Теперь нам осталось просто меньше уже их купить. Так что спасибо, еще такой красивенький. Это тоже мне, что бы там ни было. А что это такое? Это диски. Диски с чем? Что там?
с ликованием прославляем. Долго-долго, без конца. Ага, звезды на дом. Я объясню. Эти люди, которые нам прислали эти посылки, они христиане. И это христианские песни. Спасибо вам огромное. Да, мы очень любим христианскую музыку. Так, что-то тут такое большое. Так, это... Это тебе. Это прокладка. Это тебе. Это я могу отдать тебе. Все мне, спасибо. Это тоже тебе. Это тебе. Нет, это тоже тебе. Я щедрая, это тебе. Я себя не обделила. Это явно тебе. Это явно мне. О, да-да-да-да-да, это явно тебе. Видишь, все по справедливости. Ну, это бочечка большая, что здесь стоит, тоже мне. Тоже тебе. А что же за такое интересное? А мы торговаться даже не будем. А, не, как это? Давай напополам. Давай маленькое, вот это тебе будет, а побольше мне. Не, давай уже тут по справедливости. Ладно, тогда все нам. Нам. Ладно. Ну да, все, да. Миру мир. Нет. Так, давай. Вот так мы находим себе компромиссы, ребята. Вы там спрашивали, как мы ссоримся, как компромиссы находимся. Ну, ссоры это сложно назвать, но примерно где-то так. Что же там такое, ребята? Главное, что Надо вытаскивать. Не получилось так заглянуть, да? Так не заглянуть не получилось. Думала, сейчас откроет и увидит. Тихо. Это что, бочка? Бочка с медом. Это бочка с медом. Я поняла. Из тихоокеанских пчел. Да. Ну, ребята, что? Интрига сохраняется, правда? Сохраняется. Сохраняется. Я предполагаю, что там. Не до конца, правда. О, покрывало одно детское. О, ребята, кому-то будет покрывало детское. Класс, 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 собачка, они собачка. Они уже тыкают пальцами в себя, кто кому будет. Там решим потом. Юзефа будем с вами играть. Так. Ну что, папочка? Да подожди. Ладно, включу, когда распакует. Ребята здесь сидят, наблюдают, как мы распаковываем посылки. И терпеливо ждут. Правильно, да, ребята? Да. Чтобы мы не кричали, не шумели, мы быстренько так, тихо, распакуем. Тихо, тихо, я теперь здесь буду делать. О, это колонка. Это буфер какой-то, не? Саб-буферный. А активная колонка? Да. Ну, что-то похоже. Ну, что-то такое, да. Вот это мы забубукаем соседи, если это колонка. А, бу-бу-бу. Что делают? Бровченьки караоке поют. Бу-бу-бу-бу. Снова прибежали. Бровченьки, хватит караоке петь, а вы давайте к нам. Еще громче. Бу-бу-бу. Уже с конца села прибежали. Переставайте, а вы давайте к нам. Бу-бу. С соседнего села приезжают. Ребята, хватит бубукать. Давайте к нам. С соседнего города приезжают. Бу. И с собой колонки привозят, чтобы побольше было. И вся Сибирь бубухает. Что случилось, бровченьки переехали? Бровченкам прислали в сабвуфер. Это самое. Жизнь прекрасна в Сибири, да? Что делать долгими зимними вечерами? Будить соседей. Да, точно. Реально, колонка. Серьезно, да? О, это центр. Ничего себе. Не, ребята, ну вы даете, не ожидала. Не, я думала, там какой-то маленький аппаратик. Это же музыкальный центр. Серьезно? Ого. А, вот это, наверное, для караоке. Диски для караоке. Явно диски для караоке. Не, тут уже не шучусь, не мумусь. Тут уже просто словений не хватает выразить эту благодарность. У меня просто не достает слов, не достает выразить. А у меня вообще слов нет никаких. Ребята, это что-то. Это явно караоке именно, ну, для этого. Его проломали. Ай-яй-яй, да что ж такое? А вот это здесь вот мне показывали, ребята, что здесь упало. Проломали. Да что же они делают, а? Они показывали на почте, хорошо, что была дырка. Хорошо, что здесь не это вот, в заднюю стенку. Хорошо, что не спереди где-то стукнули, ребята. Не, ну все нормально тут. Нет, тут сюда стукнули, могли бы выбить. Просто стенка, сама стенка лопнула, а все остальное целое. Ребят, вот как идут посылки, поэтому все хрупкие места важно прикрывать именно вокруг. Ну, то есть, это видите, не... это выломали. Для этого. Так работает транспортная компания. Для всех, чтобы, да, знали, чтобы знали, если вы если будете кому-то куда-то, что-то кому-то пересылаете, будете слать, то смотрите. Вот там, где коробка, там, где предмет прилегает к коробке, важно обкутывать чем-то, поролон, не знаю, тряпки какие-то такие хорошие. Потому что видите, что случилось? Проломали прям.
Ну а так центр такой прям шик. О. Это что-то. Это моща. Боря, ну что, выражай. Я выражу. Не, не выражу. Я не готов сейчас выражать. Я скажу так. Не скажу. Так ты либо скажешь или не скажешь? Я не скажу. У меня слов нет. Ребята, за нас двоих скажу. Спасибо, спасибо вам огромное. Брат и сестра во Христе. Сакраменто. Вы поразили наши сердца своей любовью, своим, не знаю, участием в нашей, в жизни нашей семьи. Спасибо вам огромное. Обязательно вы посмотрите, как мы под него будем петь. Вот здесь есть два микрофона, вот два микрофона подключаются. И вот то блок питания для него. О, еще что-то есть. А это что? Это ящик с снарядами. Ну это просто... Слушай, точно ящик? А я знаю что-то. Это мечта моя. Ко мне приехала моя мечта. Я в последнее время Борю доставала. Боря, давай купим. Боря, давай купим. Боря, надо купить. Боря говорит, весна придет, подумаем. Ящик с снарядами. Говорю, Боря, давай купим. Весна придет, подумаем. И представляете, я читаю в письме. И я говорю, Боря, моя мечта сбылась. Опа! Это, плитка! Ребята, плитка походная на баллоне с бензином. Вот этот баллон устанавливается вот здесь. Ой, вот здесь устанавливается баллон. И это походная плитка. Это просто... Я объясню, почему была моя мечта. Мы ездим часто, вы видели, на пикники. И не везде можно развести костер. И да, не везде, бензиновая. И если, например, дождь идет, или там с палатками поедем отдыхать, я очень хотела, чтобы у нас была примус, я хотела. Примус, это еще круче, чем примус. Складная вот такая вещь. Здорово, просто спасибо вам огромное. Вы исполнили мою мечту лично, мою исполнили. Потому что Борю в последнее время говорю, Боря, давай, Боря, давай, давай, давай. Нет, спасибо. Я сейчас буду прыгать, как маленькая девочка. Прыгай. Нет. Прыгай. Когда так я открою свою маленькую девочку Таню. Можно он будет рядом со мной сегодня спать? Ну, я имею в виду там вот. Да, там спальник, я же тебе говорил. На улице минус 30. Спальник, баллон с бензином под бок. Ребята, теперь мы везде будем обеспечены. Одну ногу сюда положишь, я запалю, чтобы не замерзла, а другую сюда. Будет тебе в ноги греть, и спальник будет, и будет тепло. Здорово, спасибо вам огромное. Вообще, вы такие вещи прислали. Я всегда мечтала попробовать арахисовое масло, заметьте. В последнее время Борю доставала, в кавычках, купить нам примус. Хотя бы маленький и газовый баллончик. Мы даже ходили, смотрели, выбирали. Ну, газовый баллон у меня есть, осталось только плитку газовую. Дети маленькую. Обожают петь под музыку, караоке. Это подарок им просто шикарнейший. Этот да. Насосик Боря... Насосик Боря спину себе, ну, носил, подрывал, ну, вы знаете, как вот точечный удар любви вышел. Спасибо вам, ребят. Спасибо вам огромное. На самом деле, то, что у нас в сердце, мы не сможем никогда выразить словами, но я думаю, вы как брат и сестра во Христе поймете, о чем мы говорим. Так, это мы складываем. Смотри, какая морда. А, это медведь или это собака? Это собака. Собака, класс, красавчик. Это тебе. Спасибо. Теперь ты стал щедрый. Сразу ты стал щедрый. У меня уже есть. А, да. Это ты стал щедрый сразу. Это мне. Да. Это все время тебе. Спасибо, спасибо. Да. Это обратно тебе. И это опять тебе. И это снова мне на распал. Вообще-то ты плиту распалишь, поэтому это тебе. Ну, а это уже нам. О, еще караоке. Класс. Это по 5 дисков. 6 дисков здесь. А это? И 6 дисков здесь. Это Анюте. Будет. О, нет, это большие, это взрослые. Папе. Нет, это взрослые. Это маме. А здесь папе. Нет, это взрослые. Такие большие взрослые. Угу. Если я в них не влезу. Спасибо, ребята, влезешь. Спасибо большое. Да. А может будет, мальчишки вырастут, будут и вон Пашки, Тёмки. Класс. Теперь надо, Танечка, дом, чтобы это все куда было складывать. Ничего, скоро будет у нас дом. И, ребята, перевезем все. Да. А теперь пакуй назад все. Так, как было причем. Обязательно дырочку с дырочкой вы там совмести. А если я ниже поставлю? Все, не будет работать.
Надо кто вот, не будет работать? Вот подкладывай вот. Так это ж твое. Нет, как вот. Ты можешь? Центр, центр. Обязательно дырочку с дырочкой совмести. Так как было, прицепи. И гвоздиком прибей. Ну это тогда видео через месяц выйдет. Пока ты будешь паковать. Да ты же у нас спец по пакованию. Да, я спец по пакованию. Так у меня ж на время переезда сколько было времени? Неделю я паковал. Ну давай, это еще письма нужно обзор сделать. Ну давай. Вот так посмотрели, вроде бы вот это мужские. Это слишком длинные на меня. Вот это да, это более мне. Реально. А это Боря, явно Боря. И это Боря. Да. Потому что это слишком длинные, что-то штанина такая. А это Боря. Ну они же в Сакраменто живут. Ну. У них же там, они же на широте Тибета. Это же, ладно, с Канады, ребята, вы что, у вас там так холодно, что вот такие теплые вещи есть? А ты что думаешь? Там они в горы не ходят или что? Везде есть теплые вещи. А там горы? Да. Да, там горы. Нет, там не горы. Ничего, горы, гористая горы. Местность. Ну ладно. Ребят, в комментарии напишите, вы в горах живете. Договорились. Спасибо, ребят. Да. Короче, все читать не буду, прочитаю только конец. Будете в Калифорнии, заезжайте в гості. Будемо раді зустріти вас. Нам приємно, що ви знайшли Бога, і ми тепер одна сім'я, християни рідні в Ісусі Христі. Перевожу на русский. Будете в Калифорнии, приезжайте в гости. Заезжайте в гости. Мы будем рады встретить вас. Нам приятно, что вы нашли Бога, и мы теперь одна семья, христиане, родные в Иисусе Христе. Спасибо вам огромное за такое теплое приглашение. Да. И тут вот к, как пользоваться? Этой, к печке. Да. Инструкция. Инструкция. Ну и завершим мы это видео тремя письмами. От Захаровой АА письмо пришло. Ребят, столько много в последнее время писем приходит. Поэтому мы решили, вы, как вы заметили, вот такие видео отдельным выпуском уже выпускать. Потому что очень много писем. Кому интересно, будете смотреть отдельным письмом. Вот такая. И вот это на магнитике. Австралия, Оперный театр в Сиднее. Да, изучали мы его по окружающему миру. Так, следующее у нас письмо от Устинчик Анастасии для пасхальных яиц. Вот такие эти наклеечки. Анечки, лошадки, Пашуньки, Тимошки, машинки. И письмо большое. Спасибо тебе большое. И последнее, вот такая маленькая бандеролька. От Шулынгина Елизавета. Шулынгина Елизаветы. Значит, здесь письмо. Носочки. Носочки Сашуньки. Ну, понятно, я догадалась, что ему. Мыло. Татуировка Анюте. Вот такие резиночки. Стикеры. И... Тут непонятно. Татуировка Пашуни. Вот такие вот у нас были с вами письма и посылочки. Спасибо вам огромное. Всем, кто присылает нам письма. Спасибо огромное за вашу любовь, поддержку. Спасибо, что не забываете нас. Очень приятно получать письма, читать ваши слова. Теплые, искренние. Мы все письма перечитываем. Я выбираю, если есть в письмах вопросы, выбираю потом, зачитываю вопросы деткам, они отвечают на них, как вы уже видели, у нас уже вышло 2 видео на эту тему. И спасибо вам, спасибо всем от всей нашей большой семьи. Спасибо. Дети сразу нашли ему применение. Думали Тимошке дать его на кровать сюда, оно оказалось коротким. Мы будем так разговаривать, громко. Вам будет и там свет может включить у вас. Ну, не микрофон, вот эту, у колонку, и потом там пьетюнка. Дискотеку будешь устраивать? Это так ты дискотеку показал? Да нет, не ниже. Ку-ку. Ку-ку. Они ниже. Да ну там я как-то... Свет включаю у себя там. Угадайте, где я сейчас вылезу? Скажите. Справа? Нет.
А ты вылазь. Посередине. Саша, а у меня что? Ой, у вас вышел целый домик. Маня, нужно еще. Лучше сойти. Да, да. Ку-ку! Ку-ку! Кстати, подожди, Тёмочка, включи свет, пожалуйста, свой. Для не очень внимательных подписчиков обращаю ваше внимание. Тёма, Сашенька, включи. Это лампочки светодиодные. Это не ртути. Боря специально такие выбирал. И мы в одном из видео говорили об этом. Это во-первых. Во-вторых, там кто-то говорил, что Сашунька будет сюда пальцы в розетку сунуть. Здесь некуда сунуть пальцы. Здесь все закрытое. Он здесь ничего не трогает. Пойдем посмотрим, что папа делает там. Ох, как громко. Так, уже соседи начинают сбегаться. Громче. Давай, звезда, выступи нам, спой, птичка. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Слушайте, тихо, от вас кошки поразбегаются и мышки убегут. От такого... Украина! Тихо. Мы земля в Гавчика. Мы земля в Гавчика. Мы земля в Гавчика. Ко-ко-ко. Ты что, ко-ко-ко? Дорогие наши зрители, сейчас мы представим вам лучших артистов всего мира. Бровченко, Павел Борисович и... Простите, маленькая заминка. Мы тут немножечко... Короче, рекламная пауза. Можно нас... После... маленькой рекламы, вдоль секунд, которую вы так и не увидели, я все же представлю вам лучших из лучших артистов всего мира. Бровченко, Павла Борисовича, Тимофея Борисовича, Александра Борисовича и Анну Борисовну. И они будут выступать на супер-мупер крутых караоке и завоюют все сердца мира. Ра-ра-ра-ра. В общем, слово за ними. А этот сюда установили. Другого места у нас нету. Очень длинные микрофоны. Буду доставать аж комнату. Дети даже уже организовали места для зрителей. Это разминка, знаете, за кулисами сцены папа, разминка. Ненормально. Папа, что-то не слышно. Папа, ничего не слышно. Можно сделать погромче? Ничего не слышно. Сильно не надо кричать. Это ты волк какой-то, воющий. Подожди, это какое-то как пугало какое-то. Короче, детки развлекаются.
вы сейчас песню выдадите какую-нибудь. О, да! Нет! По припевам, да? Нет, не в эту песню! Да они уже звенят, знаете сколько? Давай, у меня в голове звенит. Давай, пожалуйста. А, я знаю как. Короче, прислали центр, чтобы у папы в голове звенело. Улыбку. Волнуются, волнуются, знают, что их снимают и волнуются. Скажи что-нибудь, Сашунька. Скажи, мама! 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 Скажешь? Нет? Ну, давайте Тимошке будет петь. Давай. Давай. Ой, 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 ой. Ну? Это как телефон. Вот это надо всю страну пукнуть, а? Ну что ты делаешь? Давай котика изобрази. Ребята, 10 часов. Хорошо. Это же я. Ну скажи что-нибудь. Бо-бо-бо-бо-бо. Бо-бо-бо-бо-бо. Бо-бо-бо. Шить из скатерти? Нет! Почему? Я не умею! Так вы же не любите или не умеете? Скажите хоть, вы любите? Я умею! Не умею! А любите? Да! Хорошо! А сами ткани? Да! Понятно все! Вы любите плести из лозы? Да! Извини, у меня больше нет вопросов. Ты сам себе задай вопрос. Как вы поживаете? Хорошо. Дайте-ка я вам буду задавать вопросы.